Жительница района имени Габита Мусырепова Северо-Казахстанской области Надежда Колковская награждена орденом Курмет. Женщина почти 30 лет проработала на животноводческой ферме. Она начинала обычной дояркой, а теперь занимается воспроизводством стада и учит этому молодежь. С человеком труда встретилась Нургуль Ахметова. Тепленькое молочко. Некоторые из них, это я сменяла коров. Надежда Павловна знает каждую буренку, каждого маленького теленка на этой ферме. Она работает здесь уже 28 лет. За это время вырастила не одно поколение животных. Чего стоит, чтобы они их поднять? Труд, труд и труд. Эти люди не боятся труда. Приходят на работу рано утром, уходят поздно вечером. На ферме свыше 1000 коров. Едва ли не каждый день появляется теленок. За каждым нужен уход. Вот 4 часа приходишь за ним, вот корову. Корову доить надо за ним, чтобы молоко теплое, чтобы давать. Чистить надо, убирать надо. Это же, конечно, это тяжело. Коллектив животноводов уважает своего бригадира. С Надежды Павловны здесь берут пример. Она сама начинала дояркой и знает, что это нелегко. Ну что я делала? Ну работала просто. Я работала. Я просто работала, ходила, знала, что надо идти на работу. Надо поднимать животноводство, надо помогать. Наш президент правильно ведет политику, чтобы поднимать животноводство. Животноводство должно процветать. Развитие животноводства в руках грамотных специалистов в селе Неженка с этим проблем нет. Поэтому, наверное, здесь никогда ни на что не жалуются, а просто работают. В нашем хозяйстве все получается, потому что здесь, хоть они уже в возрасте, они все уже грамотные эти специалисты, и они обучают, учат молодых. Надежде Павловне скоро на пенсию, но бригадира отпускать не хотят. Да и сама она готова еще поработать и делиться опытом с молодежью. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев и Дмитрий Рура, Северо-Казахстанская область.